Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Благодарю всех, кто поздравил и поздравляет меня с днем рождения. Благодарю вас всех. И поскольку я сама творческий человек, то люблю творческий подход и представляю вам два поздравления от моих друзей в Одноклассниках. Светланы Шабазовой из моего любимого города, города детства и юности Горького, Нижнего Новгорода, и от Сергея Пивнова, с которым нас познакомили наши деды, служившие бок о бок 168-й краснознаменной стрелковой дивизии и погибшие в 1941 году на Невском пятачке. Огромное вам спасибо, дорогие! Галичка, с днем рождения тебя! Всех благ, дорогая! От берез упали розовые тени, и кукушки где-то слышен плач. Пусть поменьше в жизни будет огорчений, пусть побольше будет в ней удач. Так, с днем рождения, Галя, с днем рождения! Поздравляют все тебя, друзья! Будет счастье, радость и мгновенья. Все сегодня только для тебя. За окошком весны, за окошком зимы вдаль уносят годы журавли. Пусть судьбою нашей будем мы хранимы на дороге жизни и любви. Так, с днем рождения, Галя, с днем рождения! Поздравляю все тебя, друзья! Будет счастье, радость и мгновенья. Все сегодня только для тебя. Дай здоровья тебе, удачи, любви, добра, тепла, всего-всего самого-самого хорошего. Благополучия в дом, Галечка. Упали розовые тени, и кукушки где-то слышен плач. Пусть поменьше в жизни будет огорчений, пусть побольше будет в ней удач. Так, с днем рождения, Галя, с днем рождения! Поздравляют все тебя, друзья! Будет счастье, радость и мгновенья. Все сегодня только для тебя. Полынок, серебристый полынок.
Весна прошла над степью, отряхнул он серый пепел, окунулся в ручеек и поднялся невысок серебристый полынок.